тысячу раз тебя просил. Не целуй меня в шею. Мне неприятно. Меня не возбуждает. Мне просто щекотно. Марк. Марк. Все в порядке? Да, все хорошо. Просто кошмар приснился. А ты не заболел? Температуры нет? Да нет, все нормально. Я тут про отпуск подумала. Может, в Европу рванем на машине? Билет возьмешь? Куда? Ты же про отпуск говорила. С тобой точно все в порядке? Да. Просто не проснулся еще. Этих бумаг можно с ума сойти. Надеюсь, без сахара? Да-да. Ну, если что, я здесь. Все, не отвлекай. Хорошо. Марк, у нас проблемы. В нашей переговорке сидит Болотов. Черт. Да. Он запросил все финансовые бумаги, сидит, изучает. Черт, слушай. И еще он в ярости, что ты его избегаешь. Я не могу сейчас встречаться с Болотовым. Просто не могу. Что значит не могу? Марк, подожди, только ты куда? Не сейчас, извини. Марк, подожди, ты объясни мне, что происходит. Добро. Олег. Здорово. Добро. Здорово. Здорово, Олег. У тебя все хорошо? Что-то ты в последнее время выглядишь, как конченый маньяк. Да, нормально все. Конечно, врываюсь в образ. Пытаюсь понять психологию убийцы. Главное в этом деле вовремя остановиться, Олег. Да. Нет, Руси, ты не прав. Человек горит на работе, тратит себя, а ты вовремя остановиться. Свое дело надо любить. Нашему злодею мама тоже говорила. Главное, говорит, получать удовольствие от того, что ты делаешь, поэтому... Проходите. Здравия желаю. Здравия желаю. Всем доброе утро. Знакомьтесь, вот новый руководитель вашей группы. Здравствуйте. Следователь майор юстиции Роман Алексеевич Дементьев. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Роман Алексеевич. Что, знакомы? Да. Здоров. Прошу, Роман Алексеевич, садитесь. Роман Алексеевич родом из нашего города, работал в полиции. Я уже ввел его в курс дела. Подушителю объяснил, насколько это важно и серьезно. И очень надеюсь, что, имея большой практический опыт, он сможет посмотреть на это дело по-новому. Владимир Николаевич, я прошу прощения. Что срочный такое? Срочный звонок можно? Что Две такое? Минуты. Разрешите? Да иди уже. Извините. Так, теперь по делу. Новые мысли есть? Денис, план оперативно-розыскных мероприятий результатов пока никаких не дал. Я же от вас не прячусь. Хорошо. Я помню про сроки, я помню. Но просто на это нужно время. Нет, стоп, я сейчас решу вопросы и сам вас... Алло. Малыш, привет. Давай с отелем определимся. Смотри, есть два варианта. Один с парком на третьей линии и на первой линии, но без парка. И по датам нужно сообразить. Аля, ты выбери сам. Извини, я не могу долго говорить. Я за рулем поехал в Башково на переговоры. Буду поздно. Пока.
Что-нибудь решили? Знаете, нет, мне нужно еще время. Зайду в следующий раз. Что случилось? Не знаю, Марк. Ладно. Проехали. Ну, говори. Он в последнее время практически перестал быть дома. Все время в разъездах. Мы не виделись. Ну, конечно, он же трудоголик. Наверное, ты права. Он сейчас еще и бизнес расширяет. Вот видишь. Я, кажется, схожу с ума. Ну, ты поддерживай его. Сама же мне так всегда говоришь. Угу. Действительно, что может быть скучнее, чем ревнивый жена? Обожаю букетно-конфетный период. Особенно, когда он короткий. Ко мне? Лучше в гостиницу. Хочу. Сколько звезд? Сколько захочешь. Так смотришь? Я женат. Вау! Вот это сюрприз. Ты догадалась? Конечно, я догадалась. Женатого мужика за версту видать. Потом тебе так часто звонит твой клиент по имени Алина. Слушай, ты не парься, мне пофиг. Обычно эта женщина волнует. Да с какой стати это меня должно волновать? Замуж за тебя я не собираюсь. Секс у нас был отличный. Ну, а если ты гуляешь от жены, то это ваши с ней проблемы. Я не гуляю. Это в первый раз. Да ладно. То есть ты что, в меня влюбился? С первого взгляда, и это на всю жизнь? Повезло мне. Ладно, мне пора. Ну брось, ну ты что, обиделся? Ну перестань, ну мне не 15 лет. Нет, я не обиделся, просто я не могу оставаться на ночь. А я можно тут поторчу? Мама шикарная, никогда в таких не жила. Да, конечно. Радио твое туши, иначе вылетит на свободу. 3 минуты, тебе понял? Половину. Мама! Пушки? Да. Китай, давай, Мама! Мам! Что случилось? Опять этот сон? Все, тихо, мой хороший, я здесь. Это просто сон. Мам, мне опять приснилась эта тетя. Все, успокойся. Просто сон. Можно я с тобой посплю? Конечно. Прости, вчера поздно приехал, не хотел вас будить. Ты спала с Антошкой? Да, ему опять этот сон приснился. Опять эта страшная женщина. Mm-hmm.
Он скучает по тебе, ждал вчера весь вечер. Я не смогла дозвониться. Там связь плохая была. Ты как? Он почему не в школе? Знаешь, он плохо спал. Решил сделать человека выходной. Потусим, к деду съездим. Поставь чайник. Давай. Так, мне нужно в душ и на работу. А как твоя поездка? Ничего, нормально. Может, расскажешь? Не забивай себе голову. Я с дороги еще не мылся. Ну что такие радостные? Поймали злодея? Похоже на то. Ну, жалуйтесь. Перешерстили все тюрьмы. Так. Выяснили, что 3 месяца назад освободился некий Егор Шишкарев. Отбывал срок за грабеж. Сел он сразу после того, как было совершено нападение на Антонину Севякову, после которого, как нам известно, все нападения прекратились. И еще. Егор Шишкарев ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Мы опросили соседей. Все его немного побаиваются. Он заносчивый, вспыльчивый и бухать любит. Съездили по адресу. Дома его не застали. Но заглянули в комнату через окно. Благо, что живет на первом этаже. Дома такая откровенная помойка. У него явно проблемы с личной жизнью. Бабы ему не дают. Вот он и мстит. Ну, это нормально. Знаю я его. Он проходил по делу исчезновения Марии Воронцовой. Работал водителем в том же районе. Было последнее дело перед моим отъездом в Москву. Послушайте, так может быть, все-таки Воронцова имеет отношение к нашей серии? Тогда все наши совпадения не случайны? Надо брать Шишкарева. Торопитесь, мужики. Вы вот это читали? Умный, расчетливый, аккуратный. Легко входит в доверие. Особенно к женщинам. Не совпадает это с Шишкаревым. Согласен. Только это все теория. Это они все как в кино. Умные, аккуратные, обаятельные, привлекательные. А в жизни все по-другому. Ну хорошо, отработайте. Да мы подработали уже все. Давай задержим и допросим его в конце концов. Нет, просто поговорить. А дальше возвращайтесь к основной версии. Вы в бар ездили, где последний раз видели нашу жертву? Нет. А чего тогда стоим, ждем? А вы что, бросили уже? Да. Какая штука. Значит, напополам. Ирина, прохожу здесь практику. Рома, в смысле Роман, следователь. Только вот перевелся. Привет вам. Ой. Ой, как ты меня напугал, паразит. Что, я такой страшный, что ли? Да нет. Я просто не ожидала тебя увидеть здесь среди бела дня. От тебя ж ни слуху, ни духу. Невестка и та чаще меня навещает, чем родной сын. Мам, ну перестань ворчать. Сделай лучше чаю. Мать чуть заикой не сделала. Мама, а где Машины вещи? Тут, в шкафу. Скажи, зачем тебе ее вещи? Нужны. Зачем? Мам, ну что ты заводишься? Я не понимаю, зачем я храню эти вещи.
оно зачем тебе? Приятель попросил для дочери, ей не в чем пойти на выпускной. Что ты какую-то чушь болтаешь? И это платье на выпускной? Мама, что за допрос? Марк, не вздумай обидеть Алину. Дед опять куда-то ездил. Наверное, за китайской лапшой. Привет. Привет, пап. Какие люди? Антоха! Дед! Здорово, здорово. А мы с мамой ходили на батуты. Так. И еще там игровые автоматы. И можно на машине покататься. Где штука интересная? В цирке? Ну, дед, где ты видел, чтобы в цирке были игровые автоматы? Мы в торговый центр ездили. Ой, а зачем ты столько набрала? Я все купил. Да что там купил? Покормим тебя по-человечески. Антон, неси. Во, да, давай, давай, давай. О. Пап, ну... Ничего, ничего, разберется. У тебя что-то случилось? Да нормально все. Не ври мне. Я же вижу, что что-то случилось. Присядь. Присядь, говорю. Да, Марк. Какой-то странный в последнее время, знаешь, как будто бы не со мной. На звонки не отвечает. Даже кажется, что у него кто-то появился. Кто? Кто? Другая женщина. Ого. Скажешь, что я дура. Ну, не без этого. Ты же сама говорила, что он женат на своей работе. Он женат на мне. Нет, это само собой, но... Ну, это правильно, когда мужчина увлечен своей работой. Так же правильно, когда и женщина следит за своим домом. А, поэтому ты меня все время на работу выпихиваешь, да? Нет, это я имела в виду обычных женщин. А я же знаю, что ты у меня не такая, как все. Пап. Расскажи про маму. Я помню, конечно, что-то, но... Мало помню, что вы ссорились, а так ничего не знаю. Твоя мама была очень сложным человеком. Ее очень терзало то, что она не смогла себя реализовать. Похоронила себя в браке с милиционером? Ну, вроде того. Я думаю, что она из-за этого и... Знаешь, после аварии, ну, когда я стал ездить вот на этой вот штуке, времени-то много появилось, стал думать. И часто стал ее вспоминать. И вот думаю я, все ли я правильно делал? И вообще, вот все ли я сделал для того, чтобы уберечь ее от... Самоубийство это ведь... Ну, пап, ладно, надо. Одно знаю точно. Я ее очень сильно любил. Да я знаю, знаю. Ты все сделал, все, что мог. Не нужно себя винить, слышишь? Хорошо, не буду. Но и ты меня тоже должна понять. Ну, почему я тебе все время талдычу про работу? Я очень хочу, чтобы ты реализовалась, понимаешь? Угу. Но тогда всякие дурацкие мысли не будут приходить в голову насчет мужа.
Мы играем в шпионов? Ага. Я подъехал. Ключи. Генеральная доверенность. Машину смотреть будете? А что ее смотреть? Нормальная машина. Будем считать вопрос закрытым. Будем. До новых встреч. Обойдусь. Это вряд ли. Я игроков знаю. Месяц-два, и все по новой. В баре, где выпивала Яна, никто ничего не видел. С кем Яна ушла и ушла ли она одна, барменша сказать не может. Так. Пришла распечатка от сотового оператора. СМС-переписки Яны с ее парнем. Зовут его Михаил, и он ей угрожал. Миша, дозвонились? Абонент недоступен. Что еще говорила бармен? Бармен, на самом деле, рассказал очень много нового. Со слов матери, мы все знаем Яну как скрытную и таинственную. А барменша рассказала, что несколько раз Яна приходила в бар, откровенно снимала мужиков и уезжала вместе с ними. Ну вот он узнал, и, конечно же, Миша могло сорвать крышу. Но тогда это не серия, это убийство на почве ревности. Что с Шишкаревым? Нашли? Нет. Ну так давайте искать. Ирочка, здравствуй. Здравствуйте, товарищ майор. Мелочи нет? Да вроде было. В куртке, видно, забыл. Тогда держите. А ты? А я буду мучиться. А зачем мучиться? Я угощу. Ну вот и что он нам скажет? Да, мол, это я душил девушек. Простите, был неправ. Просто темперамент у меня такой. Да не темперамент, а миссия. Наш дружочек чистит мир от скверны. Искореняет грех, так сказать. Я все равно не могу понять, с какой хиромантией нам с этим Шишкаревым беседы беседовать. Оттащить его в отдел и допрашивать. Да нет, Дэн. Майор был прав. Вот за что ты его тянешь в отдел? За попытку ограбления он уже отсидел, а за бардак в комнате? Ну, за это не сажают, Дэн. А вот, похоже, наш клиент. Гражданин Шишкарев. Оперуполномоченный Исоев. Ворота! Стой! Дерево!
Номер машины, быстро! Еще я очень люблю квесты. Была на всех в городе, к сожалению. Теперь только если в другую область ехать. А ты играл когда-нибудь? Нет, я на тусовки не хожу. Тебе скучно? Да нет, я, наверное, просто скучно. По-моему, ты немного дикий. Дичел. Поехали в клуб или караоке. Да. Кто? Исой где? Да, сейчас буду. Мне в больницу. Исой его порезал. Привет, а ты скоро домой? Не знаю, малыш, еще одна встреча. А можешь побыстрее? Я все хотела тебе сказать, только не смейся, пожалуйста. Мне кажется, что за мной в последнее время кто-то следит. Что? Да, на днях меня преследовала какая-то машина. Может, мне показалось, но дома тоже. Когда тебя нет... Не сходи сама. Выпей валерьянки и ложись. Завтра поговорим. Пока. Привет! Прилежный ученик усвоил никаких телефонов на уроке. Ну что, в гостиницу? Сперва поесть. Ну что, все нормально, ничего жизненно важного не задето, только крови потерял много. Жить будет? Будет. Ну вот и славно. Спасибо. Ты как? Нормально. Родным сообщили. А, да. Жена уже едет. У квартиры Шишкарева людей выставили. У дома его родители тоже. Домой он вряд ли вернется. Ты иди, я дождусь жену. Иди. Ну давай, старик, ну не выдумай, ну. Да. Ром, это Ира. Как твой опер? Нормально. Ну вот и прекрасно. Может, вернешься? Здесь обещают, весело будет вечером. Я в больнице.
А я пока никуда не собираюсь. Классный ресторан. Я до тебя никогда в таких не была. Давай это будет наше место. Меня до тебя никто в такие не водил. Хотя, может, и водил. А я просто не помню. Что значит не помню? Да ладно. Ерунда, забудь. Ты еще подумаешь, что я сумасшедшая. Нет, не подумаю. Говори. Ну ладно. Я это... На самом деле... Только последние 4 года своей жизни помню. А что да как до этого было, мне всегда муж рассказывал. Ну, у меня там травма случилась и, в общем, да, короче, память отшила. Ну, что? Ну, вот. Точно не надо было тебе рассказывать, да? Можно я буду помогать? Хорошо. Морковь почисть. Держи нож, только аккуратно, не обрежься. Ну, мам. Да? Малыш, ты извини, но я сегодня не приеду. Как? А Антошка тебе ужин готовит? Переговоры были очень сложные. Я еле живу сейчас. Ехать в таком состоянии опасно. Боюсь, просто усну по дороге. Алло, Алина. Алин, ты меня слышишь? Угу. Хорошо. Молодец. Давай дальше чистить. Что остановись? Вау. Ну и что это? Оно ведь не новое, да? Наверное, платье твоей жены, которую ты придушил. Да? Что ты несешь? Я никого не убивал. Придушил, придушил. Теперь одел его на меня. Ты тоже хочешь меня придушить? Да? Что там? Что-то еще? Ну как? Я похожа на женщину, которую ты любил?
Куда она делась? Где она? А? Она меня бросила. А? Ну и дура. Я бы такого никогда не бросила. Это что, все? Силы закончились? Я сплю. Что? Спишь? Я сплю, все. Может, я уже пойду? Иди, мусор не забудь. Скотина. То есть ты просто хотел со мной переспать? Ага. Козел. Больной на всю голову. Что делаешь? Хочешь набить себе тату? Угу. У меня уже была один раз маленькая. Вот тут. Такая маленькая-маленькая, но муж заставил свести. Ну, он у меня так был чокнутый, слегка старовер, типа. А татуировочка была такая совсем малюсенькая, цветочка. Слушай, скажи, ты совсем ничего не помнишь? Детство, школа, первые влюбленности, а? Может, к психологу пойти? Гипнотизеру? Слушай, ну что ты ко мне пристал? Да какая разница, что там было? Я уверена, ничего хорошего точно не было. И потом. Тебе-то что? А? Мы же договорились, что у нас просто секс, да? Же просто секс. Тебе какая разница? Привет. Привет. Все-таки приехал? А ты чего в темноте сидишь? Не спится. Ужинать будешь? Мы с Антошей баклажаны потушили. Да нет, не хочу. Антон их не любит. Да и я не очень. Доброй ночи. Почему мне не сообщили, что у нас есть подозреваемые? Это было мое решение, Владимир Николаевич. Да? Может, объяснишь? Шишкарев не подходит под классификацию злодея. Я думал, с ним достаточно просто поговорить, пообщаться. А мне плевать на твои классификации, майор. Мне нужна работа, результат, а не твои теории. Шишкарев проходил как свидетель в деле о пропавшей без вести, так? Срок его заключения совпадает с паузой в убийствах. Ну что еще нужно, чтобы понять, что он может быть опасен? Надпись на лбу «Я маньяк»? А где эксперт? Я спрашиваю, где Олег? Он у меня отпросился, личные обстоятельства. Олеж!
Здоров, какими судьбами? Привет, нужно поговорить. Сейчас срочно на оперативку опаздываю. Так. Прошу. Слушай, а ты чего такой взъерошенный? Проблемы дома? По-моему, проблемы у тебя. С чего ты взял? Давно Алине изменяешь. Не понял. А засос на шее? Ты его, конечно, запудрил. Но этого недостаточно, чтобы обмануть судмедэксперта и жену. Алина и поставила, бывает. Ну, мне-то зачем врать? В начале вашего брака, да, действительно, были такие засосы. Но потом это прошло. В семейной жизни острота уходит, так бывает. Ты что, годами следишь за моими засосами? Извини, это профессиональное. Все мы немножко маньяки. Ну, давай колись. Кто она? Разогнать бы вас к чертовой матери всех. Виноват, товарищ полковник, с меня и спрашиваете. Да мне что с того, что ты виноват? Ты это скажи своему сотруднику, который в больницу с ранением лежит. Да, старик. Попал. Я думал, у меня проблема. И что делать? Что мне теперь делать? Ну что, прям так похоже на Машу? Алина, как я понимаю, не догадывается о существовании Нади, да? Ну, слушай, это все равно еще ничего не значит. Очень похоже и помнит последние 4 года. Ну и что? Татуировка. Кстати, скажи, а можно вывести татуировку так, чтобы ее вообще не было видно? Ну, в принципе, можно. Небольшую. Достаточно свежую, да. Маша сделала татуировку незадолго до того, как пропала. Ну, слушай, ну сейчас у всех татуировки. Ну, тоже, может быть, по совпадению. Ну, вот все это похоже на Машу. Потеря памяти, татуировка. Ох, старик, ты даже не знаешь, что у меня там сейчас внутри происходит. Если это Маша. Ну, хорошо. Простой выход. Экспертиза ДНК. Очень простой выход. Что думаешь? Будет у нее слюну как-то добыть? Совсем не обязательно. Волосы, расчески возьми, все. И у Антона тоже. Все. Олежа, где тебя носят? Ладно. Я пойду. Давай. Здрасте. Что вы здесь делаете? Мы же договорились. Я не могу вам дозвониться, вы не берете трубку. Вы меня внесли в черный список? Я уже платила вам в этом месяце. Мне нужно, иначе бы я сюда не пришла. Так не может больше продолжаться. И я не дам вам денег. Я не позволю так с собой говорить, слышите? Мне сейчас нужно 150 тысяч. Сейчас. Понятно? Я пойду в полицию. Я, наконец, это сделаю. Ты убийца. И пусть они об этом узнают. Я не убийца. И полиция здесь ни при чем. А тогда чего ж ты платишь, а? Боишься? Шашкарев. Сидоров, Коль! Я про этого дегенерата даже слышать не хочу. Подойди. А где его найти? Понятия не имею.
После того, как его уволили, я ничего о нем не слышал. За что уволили? У Коляна спроси, у него... А за что его на работе держать? Это же не человек, это стихийное бедствие. Алкаш, к тому же грубиян. Ну не за грубость же его уволили. Степаныч! Степаныч, давай быстрее уже! Да иду, иду. За грубость и уволили. Пассажиры на грубе. Может быть, друзья были, есть. Честно сказать, слово «дружба» к Егору не подходит. Ваш ключ. Хотя был у него приятель Димка Кузнецов. Но он пропал без вести. Давно? Ну, месяца через два после увольнения Шишкарева. Тоже приезжали, спрашивали. Поискали, а что толку-то? Спасибо. Да не за что. Давай. Солидблоки менять будем? Степаныч! Месси против Акинфеева! Наша сборная побеждает! Отчитывай, отчитывай! Куда ты? Не знаю, может, ты и права. Как? Следить за ним? Зачем? Покопайся в его телефоне. Что? А что, лучше держать голову в песке, как страус? Ладно, я тебя услышала. Так, все, 9-метровый. Давай, отмеряй 9 метров.